Новые детали правил регулирования криптовалюты ICO, которые вступят в силу в конце июня, опубликовала комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда – СЭС. Финрегулятор легализовал 7 цифровых валют, которыми разрешено пользоваться для проведения ICO и торговать на криптовалютных платформах. Это биткоин, эфириум, биткоин кэш, эфириум классик, лайткоин, рипл и стеллар. Эти криптовалюты, подчеркивают в СЭС, обладают высокой ликвидностью, не продвигают анонимность и имеют надежную репутацию среди инвесторов. Все зарегистрированные в Таиланде платформы, имеющие дело с криптовалютой, должны до 14 августа подать заявку на получение лицензии, таких, по мнению СЭС, не менее 10. А при проведении ICO проект должен четко указывать тип выдаваемых токенов и информацию об инвестициях.